Аракс, Крым, 2016 год, 9 августа. Композитор Татьяна Смирнова пришла через 26 лет снова в санаторий Днепр, бывшая территория заповедных мест рода Романовых, Харакс. По-моему, надо вот туда идти. Там, где беседка античная. Я уже наверху. Где-то сюда, и идти-то уголок. Вот цикады как поют, замечательно. Это, между прочим, белка. Вон она. Да? А, вот поэтому убежала кошка. Ах ты моя красавица. Да-да-да, белочка. Орешков нет, а? А, тут уже все, тут уже тебе. Вон, иди сюда, вон она. Завет. Вон, видишь, хвостик выглядывает. Какой-то серенький. Это и есть она. Она шарила. Да. Мы настроили. Накапали сейчас. Идем к мисс Хору. Нет. Парку. Что там написано? Что-то в татарском стиле. Да. В каком-то таком. Магометанско-татарском, непонятно. С пор как застроили, да, вот. Построено.
внутри еще беседка какая-то. Пляж актера, где Давидян купался. Голодные ребятки кушают. Ах, как вкусно, а? Бедняжечка. Глазки болят. Ну, она в полном удовольствии. Посмотри еще раз, Мэрик. Феноед. Он пришел, ты посмотри, какой разбойник пришел. А, вон он еще один. Голодный сам. Да. А, хороший мой. Вон, посмотри. Вот ты моя хорошая. Похожа на Мэричка. Да. Вот. Затем... Значит, Дане, Раисе, Насте, Богачу. Да. Рубикон, территория бывшая Украины. Сколько туда вниз идет. Джакузи лежат, купаются. Джакузи, а вот такой. Шикарно. Наверное, морская вода. Наверное. Джакузи. Неплохо сделали. И на море ходить не надо. А, да. Нет, море есть море. Джакузи это хорошо. Все, он любит влагу. На яркое солнце не ставьте. Они все очень любят притененные. Инжир тоже притененный. Инжир пока молодой притененный. А года через два он же вам будет плодоносить, тогда надо будет к солнцу. Вот он здесь. А это плодоносит? Нет, это самое. А розмарин, он, по-моему, не вымерзающий, да, розмарин? А вы где живете? Далеко, он уже в Рыбовской области. Нет, он его нужно в доме. Все равно правда. Да? В Подмосковье он живет до улицы. А большой он тут так вырастает? Подмосковье от на улице. Нет, да, Подмосковье растет на улице. Да. На дачах держит. Вы назвали. Так, 100 рублей, да? Вот он, ага. Вот, да. Угу. Все, хорошо, спасибо.
здесь уютно вообще. Вкусное мороженое. Да, нормально. С орешками. Чувствует, что у нас... Свидание, газ.
здесь горный, это поселок горный. Ну ты здесь не туда. Да. Что, вот двоих только и все? Нормальная как. Пока нормально, пока улазь. Откуда ты? Сами знаешь. Русское лицо промелькнуло.
тоже подгрызает, наверное. Массандра.
этой нити. А? Сейчас портынит. Алый маяк. Лазурная. Сегодня 17 августа 2016 год. Лужта. Thank you.
перевал. Несколько кварталов. Москва. И одной черепичной крыши. Под нами такой прямо интересный. Кольцевая дорога. Вот церквушка. Целый жилой комплекс. Посмотри, как его огромный.